Вот и наступила осенняя пора, темнеет сейчас рано, и пешеходов очень часто водители не видят на дорогах. И я сегодня предлагаю сделать вот такую светоотражающую ленту, которую можно прикрепить на любую куртку, на любое пальто, чтобы вас было заметно при переходе на дорогу. Для этого нам понадобится корсажная лента, светоотражающая лента, которая продается в магазинах тканей, и липучка. На лицевую сторону с одной стороны пришиваем жесткую липучечку, на второй стороне прикрепляем мягкую. Пришиваем липучку либо машинкой, либо если у вас нет машинки, можно это сделать вручную. Итак, мы прострочили и теперь собираем вместе. Одна липучка на этой стороне, вторая на этой, чтобы когда вы одеваете, она у вас прилипла. А нам осталось только собрать по периметру. Скалываем часть, когда мы будем пришивать, чтобы ткань не съехала. Итак, нам осталось только подрезать ниточки. Чтобы обозначить себя на дороге, можно использовать либо такую светоотражающую ленту, либо я, как мама подростка, я использую вот такие обычные наклеечки светоотражающие. Они позволяют вас заметить водителю на дороге. Будьте внимательны на дорогах и берегите себя.